Друзья, всем привет! Сегодня готовлю ПП мороженое. Здесь на 100 грамм мороженого всего 75 калорий. Нужно 3 ингредиента: бананы, клубника и молоко. Беру 250 замороженных бананов, 50 грамм клубники замороженной, холодного молока 3% у меня, 100 миллилитров. Все это взбиваю до однородной массы. Делаем однородное пюре. Можно добавить любое молоко или даже сливки, но мороженое тогда будет жирнее или менее жирное, смотря какое вы молоко и сливки будете брать. Ну и вкус может отличаться. Нашу массу мы выливаем в форму, в которой будем замораживать. Я вылила в такую пластмассовую форму, распределила по форме его, закрыла крышкой и положила в морозилку. Каждые 20-30 минут, 4 раза подряд, я доставала и перемешивала наше мороженое для того, чтобы оно заморозилось и было однородным, однородная масса. Вот так вот мы делаем 4 раза через каждых 20-30 минут. После оставляем минимум на 2 часа, чтобы оно застыло полностью. Я достала мороженое на следующий день. И вот что у меня получилось. Очень легкое, сладенькое. Сладость дает нам банан, клубника. Очень такой легкий вкус клубники и банана. Самое главное, что это полезно и не вредит вашей фигуре. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал и на YouTube.